Атмосфера пасхальных праздников. В столице открылись специализированные ярмарки, на которых можно купить различную выпечку. Одна из таких специально обустроенных зон в столичном секторе Буюканы по улице Каля Ешелор. Наша съемочная группа проверила, соблюдают ли продавцы рекомендации специалистов. У нас есть специальная экипировка. Мы соблюдаем социальную дистанцию и призываем покупателей это делать. Всем желающим мы предоставляем перчатки и возможность продезинфицировать руки. На Рыжкановке мы не увидели прилавков с пасхальной выпечкой. А вот другой разрешенный товар – местные овощи – здесь продают. У нас много товара – редис, лук, морковь, зеленый лук, свекла. Люди охотно покупают. Имеем возможность реализовать продукцию, заодно и людям от простуды все натурально. Привезли мед, пчеловодческую продукцию, майский мед – 83 килограмм. Есть у нас шалфей, липа, разнотравный, рапсовый мед – 73 килограмм. И все же некоторые продавцы в процессе торговли забывают о соблюдении социальной дистанции, хотя большинство придерживается правил. Маски, перчатки, да, все соблюдаем, потому что страшно. Немножко, не знаю же, что за люди. До 18 апреля уличная торговля разрешена с 7 часов утра до 16:00. За соблюдением всех норм безопасности следит полиция.